на дорогах города снег и лед уже сошли. Вот только сошли они вместе с асфальтом. В прошлом году на ремонт дорог было выделено в два раза меньше средств, чем, например, в 2014 году. Поэтому недостатки прошлогодней ремонтной кампании в этом году ощущаются особо. По колено. Если, к примеру, ребенку лет 7, то да, половина человеческого роста. Вот мне что обидно, налоги платишь, а эти все дороги, все дырявые, извините меня за грубость, кто делает эту дорогу, там же нет ничего. Там вот сверху вот бетоном наклеили, да, это постелили, все. У нас, как говорится, сюда в карман положим. Сами видите, яму больше колеса. У меня знакомый позавчера в аварию попал. Яму на яме. Вот езжу по всему городу, и одна яма на яме. А вот здесь вообще безобразие. Полатают на мокрое, да, закидывают, а потом подморозит, проехали, раскидало все. Края все разбили, естественно, глубже стало и больше. Сплошные ямы. Вот 5 метров и одни ямы. Одна огромная, вторая огромная и дальше. Ну так денег нет. Плюс кризис, вот и дороги нет у нас. И не будет, наверное. Но, пожалуй, самая тяжелая ситуация на Молитовском мосту. Это буквально яма на яме. В пятницу мы рассказывали вам об активистах, которые произвели там замер ям. Длина самой большой составила 5 метров, глубина 20 сантиметров. Перемерить все ямы, конечно же, просто невозможно, их там сотни. Репортаж об этом мы показывали в конце прошлой недели, а уже сегодня Молитовский мост стал одной из главных тем на оперативном совещании в мэрии. У нас там транспорт ходит общественный. Я посмотрел, там наши автобусы не проезжают. Аварийную ситуацию создаем. Мы что доводим до такого? Нужно было вовремя это делать. Когда еще не до такой степени. Это можно любое покрытие, любой мост довести до такого состояния. Но нельзя оставлять такой мост. Мы как вообще людям в глаза будем смотреть? И как только процедура конкурсная будет проведена, подрядная организация выйдет и будет проводить работы с использованием технологии литого асфальта. Технологии это очень хорошие. Те ямы, которые были заделаны, они держатся литым асфальтом до сих пор. Но состояние асфальта таково, остального, что образуются постоянно новые ямы. А в такую погоду они образуются с очень большой скоростью. Но необходимо сказать, что качественного полотна все равно не будет. Необходим капитальный ремонт. Вот, кстати, на очередной ямочный ремонт из городского бюджета уже выделено 1 миллион рублей. Сроки капитального ремонта, который требует Молитовский мост, и который планировалось провести еще в 2015 году, пока неизвестны.